О депутатской деятельности за прошлый год перед жителями Кубинки отчитался заместитель председателя Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Олег Рожнов. Он рассказал о работе в Мособлдуме и избирательном округе. Также сообщил о финансировании учреждений города и средств депутатского фонда в течение двух созывов и проинформировал об исполнении наказов избирателей в регионе и его округе. В рамках рабочего визита депутат также проверил ход капитального ремонта второй кубинской школы и обсудил с подрядчиком график выполнения работ. Олег Рожнов выразил надежду, что школа будет сдана в установленный срок.